маленький мир маленькой Насти ограничен болезнью. Ребенок серьезно болен. Двухнедельной малышке поставили диагноз энцефаломаляция, синдром угнетения центральной нервной системы. Мама обнимает ребенка и не сдерживает слезы. Их просто не осталось. Муж уходит в другую комнату, чтобы никто не видел. Мужчины тоже плачут. Мы когда узнали про диагноз, нам сказали, что от ребенка лучше сразу отказываться. Не ходить, не, в общем, постоянно ребенок будет лежать, будет ребенок растение. Мы не отказались, нет. Это ж наша кровиночка как. Ну, скажем, уже многого достигли, да? Говорит, даже наши неврологи вот приезжают и на ходу говорят, ребенок, ну, у нас ребенок уже как бы ходить пытается. Пока папа делает массаж дочке, мама разводит смесь. Все делают сообща. Для Насти в этом году поставили новогоднюю елку. Но у нее нет сил радоваться. Игрушки в стороне аккуратно сложены. Настя к ним не прикасается. В России нам говорят, что такое заболевание вообще не лечится. То есть эти кисты, они размножаются постоянно. То есть мозг превращается в воду. То есть каждый месяц эти кисты растут и просто мозг разрушается. Как только узнали про диагноз, начали спасать Настю. Искали клинику, в которой возьмутся за лечение. В России такой не оказалось. В Китае согласны начать лечение за 900 тысяч рублей. Курс лечения китайской традиционной медицины рассчитан на 3 месяца. Мы обращались в клиники, во многие клиники. В Краснодаре ее обследовали, Санкт-Петербург тоже общались с врачами. То есть, ну, ответ один был, то, что ребенок лечению не подлежит. Вот. И откликнулся только Китай. Это вот уже спустя год, единственная клиника. Вот, и они как бы говорят, что ребенку возможно помочь. Диагноз каждым месяцем прогрессирует, счет на дни. 4-й раз после реанимации. Была и остановка дыхания, останавливалось сердечко Насти, но она изо всех сил борется за жизнь. За это время скопилось большое количество больничных листов. Их нервно перебирает папа Насти и постоянно твердит, почему с нами. Любит рассказывать про свою дочку. Она у нас характер, у нас такая противная. Бывает и капризничает, тоже что-то не нравится, когда тоже хорошая умница. Так уже и взрослый не принес бы столько болезней, как она уже. Без добра и сочувствия, сопереживания и понимания мир кажется мрачным, а будущее безнадежным. Вы можете подарить жизнь Насте. Телефон для связи с родителями девочки 8-918-122-64-91 и 8-918-486-56-42.